Всем привет, дорогие друзья, подписчики, зрители моего канала. С вами Николай, снова в эфире. Вот. Давно ничего не выкладывал, маленько занимался своими делами, а то накопилось за зиму всего понемножку. Вот и там то ремонт. Ну, ладно, это все не важно. Сейчас вот покрасил прогресс 4. Пока что вот он у нас сохнет. Краска полиуретановая. Вот. И сейчас займусь заменой форштевня на лодке ОП-1 Газисо. Вот такую мне первый раз пригнали на ремонт. Вот, еще не попадалось, не привозили. И вот привезли на замену форштевня. Форштевень буду ставить усиленный. Вот, я его уже сделал. То есть и отправил до этого хозяину этой лодки. Но хозяин сам не стал его менять и сюда пригнал лодку. Сам пока он сейчас на рыбалке там на резиновой ездит. Вот, чтобы я ему поменял его. Вот. Ну, поехали. Так, вот она сама лодка. В общем, вот форштевень протертый. Протерт не полностью. Вот, получается, вот до отсюда. То есть, вот до этой переборки. Здесь идет переборка, вот она до отсюда протертый. Так, вот сам форштевень. Уже сваренный, усиленный. Сейчас его буду ставить. В общем, ну, все буду делать по старой схеме. То есть, срубаем сейчас пневмомолотком все клепки. Ну, не все. То есть в той части, которую нам нужно срезать. Вот. Ну, сам весь процесс я снимать не буду, покажу уже конечный результат. Потому что процессов замены форштевня у меня уже хватает на канале. Так что, кого интересует, можете посмотреть, там на казанке менял. Итак, вот снял старый форштевень. Видим, что здесь вот окисление, то есть гниль какая-то. Чернота, вода попадала сюда. Вот, так что в любом случае его надо было весь снимать. Вот здесь тоже вот видно. Все черное. Ну вот. Все, сейчас буду ставить тогда новый. Примерять. Вот так вот установлен форштевень. Клепан полнотелыми клепками на полиуретановый герметик. Предварительно корпус лодки обработан кислотным грунтом Боди 960. И также форштевень тоже снутри обработан грунтом. Здесь оказалась дыра, то есть отверткой ткнул, и она насквозь проткнулась у меня. Пришлось вот так вот поставить заплатку. Всех, кого заинтересует приобретение усиленного форштевня на лодку ОП-1 Газис, обращайтесь, контакт оставлю в описании. Лайки, кому понравилось, кому не понравилось, дизлайки, лучше лайки. Вот. Делимся видео со всеми друзьями, подписываемся на канал, не забываем. А я с вами не прощаюсь, всем пока и до новых встреч.